Едва густой колышет виноград, убранство изумрудное, резное, на лозах гроздья сизые вися, подернутые матовой пыльцою. Сорву одну, спелее всех на вид, тяжелую, влекущую загадкой, под ягодной кожей кипит сок солнца, настоянный и сладкий. На гладком блюде сорванная гроздь фарфора белоснежность оттеняет. Она, как будто долгожданный гость, сокрытой тайной привлекает. Над ней сажу жас спирали вьет, посверкивая искоркой живой. Не потревожу этот натюрморт, пусть глаз и душу радует собою. Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Сегодня я решила поприветствовать вас вот таким замечательным стихотворением под названием «Натюрморт». Друзья, я сегодня хочу показать вам рецепт, как я морожу вишню. Для заморозки нам нужна только плотная и целая вишня. Мы ее тщательно промоем. Далее плоды мы выложим на полотенце, чтобы водичка стекла, а сами вишенки высохли. Оставим на время. Периодически будем помешивать, переворачивать, чтобы она вся просохла. Вишня просохла, и мы будем подготавливать пакет для замораживания. Перекладываем все просохшие плоды в пакет. Далее выгоним весь воздух из пакета, равномерно распределим все ягоды и закроем пакет. Также при желании можно подписать пакет, дату и наименование упаковки. Вот в таком виде мы отправляем в морозильную камеру до зимы, друзья. Я была рада показать вам рецепт. Всего доброго. Пока-пока.